Подведение итогов социально-экономического развития района проходило в праздничной атмосфере. Как и полагается, гостей встречали торжественной музыкой оркестр и множество выставок, символизирующих наши успехи и творчество. Солигорский районный центр ремесел продемонстрировал свои таланты в виде экспонатов из самобытных, всегда современных и актуальных природных и не только материалов. Это культурное наследие солигорчан, продолжение традиций предков. Студия декоративно-прикладного творчества «Волошка» из агрогородка «Долгая» представила свои экспонаты среди эксклюзива, плетенные вручную пояса. В зимнем саду Дворца культуры расположилась выставка-дегустация наших солигорских производителей и Слуцкого мясокомбината. Продукция этих предприятий у всех на слуху. Ну а теперь скажи, нам вкусно? Очень вкусно. Богата выставка продукции победителя районного соревнования в сфере производства продовольственных товаров филиала «Солигорский хлебозавод» открытого акционерного общества «Борисов Хлебпром». Рядом продукция солигорской птицефабрики, руководитель которой был награжден почетной грамотой Минобласполкома за высокие показатели предприятия и многолетний добросовестный труд. Новинка – это, наверное, вот эти вот копченые яйца, которые перепелиные. У нас как бы было постоянно только куриное, а сейчас мы стали готовить вот эти вот перепелиное яйцо и также маринованное. Продается тоже в магазинах наших фирменных. Пожалуйста, приходите. Очень удобно для хозяек как бы по-быстрому приготовить тот же салат. Вкусная продукция нашего солигорского молочного завода, лакомство которого дети просто обожают. У нас есть очень вкусный молочный коктейль, шоколадный. Коктейль полезный, вкусный, доступный, поэтому я очень рекомендую. Также еще есть у нас десертная группа «Трям», ваниль и шоколад. Это тоже очень полезные продукты, они без всяких добавок. Подошли мы и к выставке Краснослободского консервного комбината. В широком ассортименте для дегустации соки, салаты, другая консервная продукция. Соки все у нас натуральные, с добавками. Сухофрукты, шиповник, лимон. Вот с апельсином мы разрабатываем. Какие новинки у вас? Новинки у нас, вот, поменяли мы полностью расфасовку. И на фасолевую группу больше расширили импортозамещающие консервы. Итоги социально-экономического развития района за 2015 подводились торжественно в актовом зале. После праздничного приветствия слово было предоставлено заместителю председателя Минского облисполкома Олегу Плавскому. От всей души хотелось бы поздравить вас с этим праздником. От всей души хотелось бы поблагодарить за тот труд, за тот успех, которого вы достигли в прошлом году. Я думаю, благодаря слаженному труду, благодаря сильным коллективам, благодаря хорошему настроению, которое сегодня в этом зале царит, мы справимся со всеми этими задачами. За добросовестный труд, достижение высоких производственных показателей и значительный личный вклад в социально-экономическое развитие района почетными грамотами Минского облисполкома были награждены 5 работников предприятий Солигорщины. С поздравлением всем победителям соревнований по социально-экономическому развитию выступил руководитель нашего района. И можно сегодня много-много перечислять наших достижений. И эти достижения – все благодаря вам, здесь присутствующим, а здесь присутствуют лучшие из лучших и тем, кто остался трудиться сегодня на производстве. Огромное вам спасибо. Новых нам с вами достижений. Здоровья, удачи, благополучия вам и вашим семьям. С праздником вас! Лучшим работникам предприятий Солигорщины, победителям районного соревнования по социально-экономическому развитию за 2015 год были вручены почетные дипломы. Подведение итогов работы – это всегда праздник. Какой же праздник без песен, без танцев, отражающих колорит Солигорщины, ее настроение, трудолюбие и любовь к родным местам? Свои артисты выступают лучше всех!